Миллион рублей получили сельские клубы на реализацию своих творческих проектов. Деньги выделены в рамках государственной программы Ненецкого округа «Культура». Более 400 тысяч рублей получит Пустозерский сельсовет для реализации двух проектов. Первый «Малышок» объединит в себе занятия для дошколят по разным видам искусства в единый комплекс. В рамках второго проекта «Место встречи библиотека» будут закуплены жидкокристаллические мониторы, которые будут использованы в целях применения инновационных методов работы с читателями в поселковых библиотеках. Приморско-Куйский сельсовет получит более 268 тысяч на реализацию проекта выходного дня «Радуясь, играем», в рамках которого будет организована игровая комната при сельском клубе. 309 тысяч рублей получит Канинский сельсовет на реализацию проекта «Школа ремесел», в рамках которого будет организована мастерская работы по меху.